Как известно, с 1 января текущего года все инспекторы дорожно-патрульной службы страны ведут свою деятельность с использованием боди-камер. Каковы первичные результаты? В какой степени введенное современное устройство занимает свое место в обеспечении безопасности дорожного движения? Ответы на эти вопросы в сюжете нашего корреспондента. В указе президента Республики Узбекистан о государственной программе по реализации стратегии действий по 5 приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, в год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий от 22 января 2018 года предусмотрено обеспечение сотрудников дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы органов внутренних дел, использование боди-камер с целью повышения эффективности их деятельности и обеспечения открытости в рассмотрении дел по административным правонарушениям. По нашим сведениям, в республику завезено 6100 боди-камер. Они распределены по областям республики Каракалпакстан и городу Ташкенту. В данное время все инспекторы дорожно-патрульной службы несут свою службу с применением боди-камер. Повышенный интерес к работе этого новшества у наших граждан заметен даже в социальных сетях. Мы решили познакомить вас с процессом работы боди-камер. Сотрудники дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы после получения служебного инструктажа приходят для получения боди-камер. У них есть специальные карточки, чтобы получить ее. Тут проверяется соответствие номеров на карточке и на боди-камере. После окончания смены инспектор сдает боди-камеру. Камера подключается к зарядному устройству, после чего в автоматическом режиме видеоматериалы, снятые в течение дня, из боди-камеры скачиваются на специальный сервер для хранения. Как вы видите, оператор имеет возможность наблюдать за работой инспектора с боди-камерой в режиме онлайн. Внедрение боди-камер, несомненно, повышает ответственность водителей и инспекторов ДПС в процессе дорожного движения и несения службы. Есть положительные изменения. Водители стараются ездить по правилам, соблюдать дисциплину. Я думаю, боди-камера приведет к открытости взаимоотношений. А теперь люди стараются общаться вежливо и культурно. Обращение инспектора к водителям было всегда вежливым. Боди-камера повлияет на улучшение отношений водителей к инспекторам. Применение на практике боди-камер обеспечивает открытость несения службы инспектора ДПС, а также предотвращает различные коррупционные ситуации в отношениях инспектора и водителя.